Дорогие коллеги, друзья, всех приветствую на нашем канале. С вами Александр. Здравствуйте. Сегодня вашему вниманию обзор микшерных пультов серии PlayMix от компании Proel. Давайте приступим. Ну что ж, спасибо компании Proel за такой, можно сказать, предновогодний подарок. Выдали они нам всю серию PlayMix. И сейчас мы будем смотреть, что тут у этих моделей есть интересного и ценного. Называются эти пульты PlayMix 6, 8 и 10. Имеют на борту абсолютно одинаковую начинку и управление. И отличаются исключительно количеством каналов. Ну и, разумеется, ценой. Давайте с этого и начнем. Итак, самая маленькая модель стоит у нас 14 с небольшим хвостиком. Средний вариант 17,5. И, наконец, PlayMix 10 просит за себя 20 500 единиц нашей отечественной валюты. С этим разобрались. Теперь давайте детально рассмотрим все, что у них есть. И делать это будем, ну, пусть на примере восьмерки. Я повторюсь, что разница у них у всех только в количестве каналов. PlayMix 6 – 2 моно, 2 стерео. PlayMix 8 – 4 моно, 2 стерео. PlayMix 10 – 6 моно, 2 стерео. Поэтому оставим на столе самый удобный вариант для съемки и с ним поработаем. Итак, что у нас тут есть? Микрофонно-линейные каналы, каждый со своей кнопкой фантомного питания, а это значит, что все, кто беспокоился за свои динамические микрофоны и радиосистемы на предмет их сожжения общей подачи фантома на все каналы, могут спокойно выдохнуть. Кнопка понижения уровня на 30 дБ при линейном подключении. Кнопка среза низких частот на 80 Гц. Ручка Gain. Минус 10, минус 45 для микрофонов и плюс 20, минус 15 для линейных сигналов. Трехполосный эквалайзер, при помощи которого можно скорректировать высокие и низкие частоты в диапазоне минус 15, плюс 15 дБ на 12 кГц и 80 Гц соответственно. И, внимание, первая фишка этих микшеров – это развертка средних частот на значениях от 250 до 6000 Гц с теми же минус 15 плюс 15 дБ. Надо согласиться, что опция эта весьма полезная, и далеко не на каждом бюджетном микшере ее можно встретить. Далее. Каждый моноканал оснащен плавным фейдером-ползунком, управлением внутренней или внешней обработкой и несколько непривычно расположенной нам ручкой панорамы. Но думаю, что это нельзя назвать минусом или каким-то неудобством. Все это дело привычки. Теперь каналы стерео. Тут все предельно просто. Громкость, баланс, эффект. И заметим, что первый стереоканал работает не только на джеках, но еще и на одном стерео мини-джеке, что прям очень удобно для тех, кто использует в работе какие-то портативные аудиоустройства. А второй управляет не только стандартным подключением, но еще и встроенным сюда MP3-плеером-рекордером. Кнопка переключения вот здесь. И что касается самого плеера, то тут все по стандарту. Хотим, запускаем музыку с флешки или пишем на нее. Хотим, включаем без провода и вперед. Значит так, Bluetooth-соединение сработало, ну, практически мгновенно. В списке появилось название PlayMix, что очень здорово. Не приходится там соображать, искать и думать, что там за набор букв и цифр, как, ну, в общем-то, бывает, чего скрывать. Здесь сразу PlayMix соединились мгновенно, ну, собственно, запись пошла. Слушаем немножечко музыки. Жаль, что нет возможности что-то там покрутить куда-нибудь туда-сюда, эквалайзер, но что есть, то есть.
должен заметить одну очень интересную деталь. При том, что убирается main mix, ручка, пропадает сигнал на запись, ну то есть становится тише и микрофон, и, соответственно, музыка, но при этом все то, что происходит в наушниках, я слышу и голос, и музыку опять-таки. Даже вот в таком варианте. Не знаю, где это можно применить, наверное, где-то можно. Немного жаль, что громкость здесь не ползунковая, а поворотная, но сами понимаете, что для того, чтобы добиться компактных размеров всех этих пультов, чем-то приходилось жертвовать. Что касается подключений. Каждому пульту этой линейки можно приспособить внешнюю обработку, подключить наушники и вывести общий сигнал на контрольные мониторы с отдельным регулятором громкости, с параллельным с наушниками, или основную акустику. С этим все. Теперь еще одна редкая фишка для подобных устройств. Это разъем питания. Товарищи, USB. А это значит, что питаться эти микшеры могут абсолютно от чего угодно. И самое главное, это потерять или повредить блок питания здесь совершенно не страшно. Это к тому, что с 22 года отдельно блоки питания в РФ не поставляются. Видно, мы их используем как-то не только по прямому назначению. И куча народа нам уже писали письма. Типа, что делать? Потерял? Сломал? Где взять? Особенно, если это какие-нибудь 18 вольт или вообще на пинах, как у многих Behringer. Так что подобное решение 100% перекрывает любые поворотные фейдеры на стереоканалах и нестандартное расположение ручек панорамы. Ну что ж, давайте послушаем, как у нас шумят каналы, как работает эквалайзер и, конечно же, как звучит 24-битный процессор эффектов. Кстати, надо заметить, что количество эффектов у всех микшеров линейки 100, и найти подобный микшер с плеером Bluetooth, имеющий такой же процессор, вряд ли у нас получится. Тот же Behringer QX602 за те же деньги, что и PlayMix 6, имеет всего один эффект — ревер-дилей. И как он работает, мы все с вами очень хорошо знаем. Ладно, поехали. Итак, давайте все по порядку. Первое у нас идет кнопочка среза низких частот на 80 Гц. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, прям вот в наушниках очень хорошо я слышу, как срезается все то, что ниже, ну, заявленных 80 Гц. Дальше крутим. Давайте панораму сразу. Она здесь рядышком. Вот мы ушли налево. Вот мы ушли направо. Все работает хорошо. Ну, минус 30 инструментальных надо, не надо. Ну, давайте. Нажму. Ну, работает, видно. Работает. Поехали. Высокие частоты. Минус 15 дБ на 12 тысячах. Раз, два, три, четыре, пять. Это серединка у нас, то есть центр. И плюс 15 дБ. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, такой остренький вершок. Давайте низ. Низ убрал. Это на 80 Гц также. Минус 15 дБ. Сейчас по центру ручка. И плюс 15 дБ на тех же 80 Гц. Середина у нас на закусочке, потому что, сами понимаете, вот эта ручка очень-очень интересная у нас. Сейчас просто убираю, минус 15, раз, два, три, четыре, пять. Теперь вот так вот делаю, ох, прям как очень сильно, даже приходится тише говорить намного. Ну и покрутим, попробуем покрутить вот эту параметрику, так сказать. Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, сами понимаете, что можно, собственно, выкрутить все, что хотите. То есть под любой вокал, любой обертончик можно обрезать где-то. Ну, в общем, ручка полезная, очень полезная. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, собственно, идет процессор эффектов. Тут у нас их 100 штук, как я и говорил. Вот чуть-чуть добавили, уже есть. Я буду подсматривать, опять-таки, с вашего разрешения, шпаргалочку по названиям. Почему? Потому что написано очень мелко, я уже этого просто не вижу. Итак, с нулевой по десятый у нас эффекты, группа эффектов, которая называется Hall 1. Раз, два, три, четыре, пять. Выборочно. Раз, два, три, четыре, пять. Прям много. Раз, два, три, четыре, пять.
прям еще больше. С 11 по 20 группа эффектов из раздела Hall 2. Причем, заметьте, вот эффекты переключаются моментально. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, задержка буквально какие-то там миллисекундочки. И без всяких неприятных щелчков или каких-то еще ненужных звуков. Я чуть приберу, потому что Hall, ну, прям очень богатый. Так, дальше давайте. С 21 по 30 у нас Room 1 называется группа. Раз, два, три, четыре, пять. Он здесь просит добавить немножко. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошая комнатка. А вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Room 2. Следующая группа. С 31 по 40. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. А неплохо, кстати. С 41 по 45 у нас короткие дилеи. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, они как-то взяли и разделили дилеи на короткие и просто дилеи. Но, судя по всему, чуть подлиннее. Раз, два, три, четыре, пять. Пружинка. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Неугомонный. 56-65 реверы плюс эхо. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 66-70 хорусы. Ну, пять штучек, но этого и хватит. Раз, два, три, четыре, пять. Прям вот слышен. Раз, два, три, четыре, пять. Еще. Раз, два, три, четыре, пять. Неплохие хорусы. 71-75 фленджеры. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, надо сказать, глубокий эффект. Вот до этого был пульт немножечко подешевле. Там вроде как набор эффектов такой же, но этот отрабатывает почему-то интереснее. Раз, два, три, это фейзеры. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Фейзеры хороши. Далее 81-85 это у нас тремоло. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Работает. 86-90. Эффекты вау-вау. Ну, смотрите, прям вот работает. Работает, и это очень хорошо слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Обычно так получается, что вот эффекты группы модуляции приходится говорить, что ну да, лучше бы здесь вот как-то протестить на гитаре, на вокале не так, как-то на голосе. А здесь вот прям очень хорошо слышно, даже просто на голосе. Так, заскочил я тут на 91. 91-95 это хорусы плюс дилеи. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Еще один. Раз, два, три, четыре, пять. 96 и 97 это всего два в группе. Фленджер плюс дилей. Послушаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и, наконец, 98 и 99. Вау-вау плюс дилей. Раз, два, три, четыре, пять. Ага. И 99. Раз, два. Ой, как глубоко-то, а? Раз, два, 3, 4, 5. Так, ну что надо сказать, друзья мои? Ну да, кнопочки
стоп-эффекта, к сожалению, нет. Но опять же, надо, наверное, говорить о том, что все из-за того, что пульты компактные и некуда было вставить эту кнопочку. И не услышал я привычного пинг-понг стереодилея. Не знаю, может быть, где-то я его пропустил, может быть, он где-то и есть. Но я думаю, что если кому-то это очень важно и интересно, можно в полном описании на эти микшеры, на эти эффекты найти информацию и прочитать самостоятельно. Ну что, друзья мои, давайте подытожимся. За последнее время мне довелось пропустить через свои руки и уши приличное количество бюджетных моделей от Proel и ее дочки Italian Stage. И хочу сказать, что итальянцам надо отдать должное. Они очень четко отреагировали на ситуацию на рынке и, на мой взгляд, занимают освободившиеся вакансии не на короткий срок, а на долгие годы вперед. И если предположить, что покинувшие нас опомнятся и захотят вернуться, то им, скорее всего, уже не удастся легко и просто вытеснить укоренившихся к тому моменту итальянцев. А то, что они пустят глубоко свои корни, итальянцы, в этом нет никаких сомнений. И причины две. Цена на изделие заметно ниже, качество ничуть не хуже. Так что давайте смелее привыкать к новым именам, как это стремительно быстро сейчас происходит на том же автомобильном рынке, и все у нас будет в полном порядке. Ну а с брендовой историей мы или без сожаления распрощаемся, или придет время, хорошенько еще поторгуемся. Все на этом. Будьте здоровы и до встречи. Как ты думаешь, вернутся к нам бренды? Ну, я думаю, когда-то да. Когда-то да, а мы с ними поторгуемся или опять прогнемся и скажем, ой, Ямаха. Да, это 30 тысяч, но то же самое, ну только Ямаха 60. Не, я беру Ямаху, это же Ямаха. Вопрос качества, я всегда... Так в Китае же, в соседнем подвале просто, не-не-не, это Ямаха.